большое, что вы пришли, посмотрели сегодня с нами этот фильм, что вообще сегодня потрясающий день и праздник нам организовали здесь. Вот в вашем присутствии. И вообще я обожаю всех этих людей, потому что 2 года были эти проекты, вот и вы были, все были. Феликс, вот участники этого проекта здесь, ну, на 80% здесь присутствуют, кто в этом действии, буйстве участвовал. Аленка где-то здесь, которая танцует. Где у нас Аленка? Ну, не важно, вот Феликс, вот там. То есть все здесь были, и кто-то были зрителями. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что у фильма будет хорошая судьба. Мы на этой неделе, как раз у нас праздничная неделя, мы подали наконец-то на прокатное удостоверение этого фильма, для того, чтобы у него была и фестивальная судьба, и телевизионная судьба. Мы считаем. Вот Аленка наша, которая танцует. Инна Бондарь, пожалуйста, тоже поет от этого. Солнышко, ну все здесь были. Участниками этого проекта. Я могу сказать, что 2 года мы получали удовольствие. Ну, фильм какой получился, такой получился. Ну, спасибо большое. Он, конечно, такой не пустой, это понятно. Пустым его не назовешь. Но моя внучка сказала, когда мне предложила посмотреть его 2 раз, она сказала: Ира, только не это. Фильм такой. В общем-то, он достаточно философский, серьезный фильм. И все сошлись, в общем-то, к одному, что не так просто. Не так просто, в общем-то, творческие люди творят, и откуда-то они подпитываются, чем-то подпитываются, ответственность там возникает и многое что другое. Вот. Очень красиво. Поэтому, да, всем спасибо, Андрею спасибо, Ниночке спасибо, да. Вот, хочу вам сказать, что эта версия была специально сделана для этого клуба, потому что здесь проектор специфический, и это не совсем та версия, которую мы сдали, но не именно по цвету, там как-то не вот некоторые моменты, вот. Но это наш фильм, да. Спасибо вам большое, что пришли, вот, посмотрели. Спасибо Ире, которая помогла, собственно, в общем, сделать все, помогла этот фильм, ну, которая вообще инициировала этот фильм, это ее идея, на самом деле, она именно хотела сделать вот этот фильм с такой премией, и мы его сделали. В результате вот такого посыла мощного, который Ира нам дала. Огромное спасибо всем музыкантам, говорящим в фильме, играющим, и, конечно же, всем художникам, которые рисовали так скромно, молча, но это была потрясающая совершенно опыт. Слияние искусств и взаимной любви, такой поддержки. Вот. И танец Аленкин. Тоже пластика. Спасибо огромное за вашу доброту и за поддержку. Мне кажется, что это был тот зритель, которому фильм как раз нужен. Ну, кому он как раз нужен.